рекомендовалось использовать вот такой механизм по лечению себя. Гурджиев говорил, что он делал. Он говорил: я представлял, будто я вхожу в этот костер, как живое существо, и сгораю в этом костре так, что остаются одни кости. Когда остаются одни кости, то он представлял, будто кости сделаны из металла и нагреваются, подобно тому, как будто они начинают, как металл, светиться в данном огне. После чего на вдохе он представлял, будто такие кости в виде скелета обратно входили в такого человека. Он делал при этом вдох и выдох. Первый цикл заканчивался. Я могу сказать, что да, действительно, такой метод помогает человеку быть более здоровым и вылечивать заболевания, которые связаны с заболеванием опорно-двигательной системы. Почему-то механизм нашего авторегуляции в организме, он может каким-то образом быть экзотерически, то есть внутренне регулируемым для нас. И вероятнее всего наша психика, она имеет определенные ресурсы, которыми человек вот такими аутосорсингами, такими идеями или такими методами может каким-то образом регулировать огромные или глобальные процессы в своем организме. Так, допустим, Гурджиев сказал о методе, при помощи которого можно было восстанавливать вот такие заболевания, которые были связаны с переломами. Я могу рекомендовать, я считаю, что такие методы могут помочь человеку справиться с заболеваниями опорно-двигательной системы. В тибетской тантре сказано о том, что позвоночник является элементом золота, поэтому в случае, если мысленно в позвоночник заливать золото, образуя такой золотой столб, то вылечивается позвоночник. А вот, допустим, в той же тантре сказано о том, что человек — это некий прообраз двух элементов. Это прообраз элемента воды, который находится под человеком. Сам человек состоит из земли, и над человеком находится солнце. И там, значит, в этой тантре говорится о том, что человек с внешними любыми поражениями, которые есть у человека, может избавляться от ряда заболеваний, используя механизм, при котором он должен представлять, будто там кожа или кости, или сердце больное, или что-либо там рвется, и он это залепливает, подобно тому, как будто использует человек гончар, работу с глиной. То есть болит тазобедренный сустав, вот они рекомендовали представить тазобедренный сустав, бросать на него темные цвета глины, желательно желтого или красного цвета, или белого, и залепливать. При заболевании легких, острых или горячих, залепливать вот так. Но это все механизмы целителей, которые вот используются. Их очень много. Их на сегодняшний день прямо невероятно.